теперь, внимание, маленький праздник. Та-ра-т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 а-
позвонить той самой будущей академику. Вот. Я тебя поздравляю с днем рождения. Ты уже твой уровень какой? Смотри, Иван, я тебе показываю, насколько ты выше среднего. Вот это вот дебильная фотография. Это дебильный сайт. Это же не просто. Они учат. Это учеба. Поняли? Вот так учат. Она, то, что дерево спасается, не дает, чтобы штамм был сырой. Она его сделает сырым. Она польет там, где нет корней, кончиков корней. Она об этом не знает. Эту девчонку с Мазливой заставили позировать. Вот так вот. Вот это и есть современное садоводство. А ты, Иван, где поливаешь? Отступив метр от персика. Правильно? Ну вот и сравнивай. Вот это твой уровень. Вот. Твой уровень – это мы с Ириной Садной. Дотягивайся. Дотягивайся, дотягивайся. А вот это твой, можно сказать, уже названный брат, твой друг Тимофей. Вот. Как-то удивительно вы сдружились разновозрастные. Потом он сказал: дед, нужны деньги, подарок на это для Ивана. Что я ответил? Пожалуйста. У меня работа всегда в саду есть. Вот он заработал, Иван, тебе на подарок. Вот. Мы тебя от души искренне, у тебя вчера был день рождения, мы тебя искренне от души поздравляем. Вот. И мы с Леной надеемся, что когда-то это будет целая династия Железовых-Савиничей. Целая династия. Потому что больше никому. Ну, еще ладно, уже так, знаете, такая маленькая реплика. Иван, Тимоша, старший садовода профессионала больше на 5 лет. А, минутку, у вас же дача, ты же там работаешь наверняка. Нет, извини, у твой стаж больше. Вот, я хотел приколоться, но не получилось. У Тимошки 5 лет стаж.